Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам классную самоделку, которая будет выручать каждого домашнего мастера. Сделав чертежик примерно с пятого раза, вырезаю трафарет, беру в руки фанеру в 15 мм, это остатки, закидываю сверху макет и обвожу карандашом. Таких заготовок нужно мне 2 штуки. Когда разметка будет готова, идем их вырезать. Для удобства зажал их вместе и сделал отверстие сверлом на 8 мм. Теперь пошла деталь номер 2. Таких заготовок нужно аж 8 штук. Шлифанул на станке и начинаю склеивать детали. Для скорости применяю монтажную клей-пену. Собирать решил по 4 штуки, чтобы далее сделать отверстие на 8 мм. Все готово, снова в бой идет клей-пена. Далее снова фанера и 2 заготовки. Вырезаю пару прямоугольников и также склеиваю между собой. Еще понадобится нам ручка, которую я взял от старого черенка. И теперь можно собирать наше устройство.
На выходе мы получаем мощный захват для переноса листового материала. За копейки из остатков фанеры сделали полезный инструмент своими руками. Сразу эту самоделку пустил во все тяжкие и проверил на излом, подняв огромный кусок ДСП толщиной в 22 мм. Конечно, такого материала я не использую, но самоделка должна пройти проверку, она ее прошла и можно смело работать. Строя свой дом, я десятками таскаю то фанеру, то USB, а сейчас и плиты ДСП пошли в бой для отделки. И такая приспособа, ой, как здорово меня выручает. Особенно если в одну каску поднимать листовой материал на второй этаж. Так что вот так, друзья. Надеюсь, вам понравилось видео. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. Приспособа очень легкая, можно также по этому видосу посчитать клеточки, поставить паузу и зарисовать себе такую Г-образную тему. На самом деле очень легко. Я обводил вообще нож от циркулярной пилы. Так что вот так. Еще раз спасибо, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и всем добра, удачи, позитива и пока-пока. Берегите спину, придумывайте приспособы. Ведь здоровье ни за какие деньги не купишь.